приехал сюда, потому что я хотел быть один. Но затем я встретил Бека. По мотивам мировой литературной классики «Зов предков» 20 век Фокс переносит на экраны историю Бека, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1980-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни. В главной роли Харрисон Форд. Поедем? Ты и я. В субботу в Дегтярске устроят настоящее ретро-ралли. В гонке может принять участие любой желающий. Главное, автомобиль, участвующий в заезде, должен быть не младше 1990 года. Во время ралли в автомобиле будет находиться один пилот и штурман. Команде нужно будет проехать 4 круга по 400 метров. В результате выберут самую быструю машину, которая пойдет в зачет. Послушать поп-музыку времен Моцарта предлагают в Свердловской филармонии. В исполнении оркестра прозвучат серенады и дивертисменты. Композиторы писали такие сочинения на заказ для ночных концертов. Они устраивались для развлечений. В программе соединят все возможные варианты серенад. Серьезные, шуточные, старинные, современные, оркестровые и с участием солистов. Прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Миллера и не только. Дирижер Алексей Доркин.